Доброе утро, дамы и господа. Итак, очередной контакт в программе Александра Грант. Если помните, с неделю назад в этой студии мы беседовали с представителями коалиции русско-американских адвокатов Стивом Мельником и Анной Рубин. И начиная эту беседу, я напомнил, так сказать, не будучи мужским шовинистом, напомнил Анне Рубин, что в свое время, как я сказал, существовала в Нью-Йорке замечательная ассоциация русскоязычных адвокатов-женщин, которые назвали себя «бабы в законе». И Анна Рубин кротко ответила, что, в общем-то, в прошлом времени говорить об этой ассоциации грешно, поскольку она есть, была и будет. Ну, а как мне сказала Анна Рубин, прозвучало это достаточно мягко, и мы поехали дальше. Но после этого я получил ряд гораздо более агрессивных заявлений о том, что бабы в законе действительно продолжают свою деятельность, отстаивая американский закон от лица своих клиентов. Более того, сказали мне, возглавляет ассоциацию русскоязычных адвокатов женщин, они же бабы в законе, хорошо знакомая мне и вам, и адвокат Инна Ферштейн. И я просто счел грехом не пригласить ее сегодня и не дать ей возможность высказаться и от лица своей ассоциации, и от ее собственного лица. Инна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, баба в законе. Напомню, что Инна Ферштейн приехала в Америку в 1990 году из славного города Харьков, который, как мой опыт подсказывает, представлен у нас в Нью-Йорке чуть ли не третью выдающихся людей и со стороны правоохранителей, и со стороны правонарушителей. Замечательный город со своими традициями. В 95 году Инна Ферштейн закончила университет НВЮ, что меня тоже несколько насторожило, когда я впервые узнал об этом, по классу фортепиано и с дипломом бизнесвумен. Странное сочетание. А потом ни то, ни другое, и в школе Кардоза ты уже закончила аспирантуру по юридической части. Да. Вот, и там она была отличницей, но об этом мы уже знаем по ее следующим деяниям. Так вот, с чего я хочу начать сегодняшнюю беседу с адвокатом Инной Ферштейн? А с одного случая, вернее, с одного дела, а вернее, даже с одной проблемы, которая чрезвычайно интересна именно для русскоязычной общины. Дело в том, что вчера газета «Нью-Йорк-Пост» поместила одну короткую заметку своего репортера Чака Беннета. Следующего содержания. «Бабулек высаживают на тротуары», говорят владельцы компании «Амбулеток», протестуя против новой системы штата в отношении частных диспетчеров этих компаний. Гарри Фарберов, глава недавно созданной «Амбулет Паратрансит Коалишн», называет это путаницей и говорит, что таким способом власти штата грабят у частных амбулеток пациентов, не расплачиваются с ними вовремя, а созданный единый диспетчерский центр вообще не работает. Две недели назад, пишет Чак Беннет, находящаяся в Атланте в штате Джорджия компания Logistic Care Corporation начала осуществлять контракт, заключенный с отделом здравоохранения штата Нью-Йорк на 3 года и стоящий 80 миллионов долларов. По контракту Logistic Care пока должна координировать в Бруклине работу всех видов транспорта, за исключением машин скорой помощи, которые оплачивает программа Medicaid, то есть амбулеток. К октябрю этого года Logistic Care станет единым диспетчером всех амбулеток города Нью-Йорк. Сегодня, написал Чак Беннет, то есть вчера, 200 владельцев амбулеток, микроавтобусы которых доставляют в медицинские учреждения престарелых и немощных пациентов, провели встречу, чтобы подать в суд групповой иск против властей штата. Мы добиваемся решения суда временно остановить этот контракт, чтобы власти штата сели и создали справедливый контракт, сказал Гарри Фарберов и процитировал список претензий амбулетчиков, куда в частности входит жалоба, что новые диспетчеры посылают амбулетки не по тому адресу, из-за чего престарелые пациенты ждут машины часами. В отделе здравоохранения штата сообщили, что компания Logistic Care упорядочит работу нью-йоркских амбулеток, сделав ее эффективнее и избавив от мошенничества.
Представитель отдела здравоохранения Джеффри Хаммонд сказал репортеру «Пост» Чаку Беннету, что новая диспетчерская служба обеспечит участников программы Medicaid лучшим обслуживанием и в то же время сэкономит этой программе за три года действия контракта 77 миллиона долларов. Вот такая заметка. Прежде всего, друзья мои, Ин, мне в глаза бросилось только одно. Контракт на работу этой компании стоит 80 миллионов долларов, а за три года работы она сэкономит 77 миллионов долларов. Ну, во-первых, я хочу прокомментировать сразу, что, за годы моей практики, за годы моей деятельности, я представляю достаточно много вот этих амбилетных компаний. Mm-hmm. Я очень хорошо знакома с их работой, насколько тяжело эти люди работают, как высоки премиум, которые они платят за иншуранс, сколько они платят водителям, обязаны платить водителям. Каждая машина должна быть новая машина. Они не имеют Она права должна быть специально оборудована. Специально оборудована. Значит, во-первых, этот бизнес очень и очень дорого содержать. Что происходит сейчас, и это началось с мая месяца, Logistic Cares во главе с господином Кукурой должны координировать заказы на вот эти вот амбилеты. То есть, если раньше к врачу нужно было привести пациентов, этот врач брал список пациентов, которые должны были приехать, отправлял в ту компанию, с которой они работали. Эта амбилетная компания обзванивала пациентов, договаривалась, когда за ними приедут, их приезжали, их забирали, их привозили. Теперь для того, чтобы привести пациента в медицинский офис, врач должен отправить свой запрос в Logistic Care, этому третьему лицу, тому, чей контракт стоит 80 миллионов долларов. Logistic Care должны контактировать пациентов, или пациенты напрямую могут позвонить Logistic Care и запросить себе машину. Начнем с того, что... Logistic Care по-прежнему находится в Атланте. У них есть, здесь. Я знаю, что они открывали, один из офисов находился в Лонг-Айленде, в Квинсе где-то, но мои все разговоры с господином Кукурой, это было все очень неупорядочено, и он был, разрывался на многие части, потому что давайте себе представим объем работы, который должно сейчас на него перепасть. Если раньше работали напрямую с компаниями, то теперь работают через посредника. То есть объем... Это типичный бюрократический прием борьбы с замеченными неполадками. Значит, в чем обвиняют амбулетчиков? В том, что они берут взятки. Что они берут взятки, что врачи им платят за то, что они им привозят пациента. Наоборот. Или что они платят врачу, врачам, да, чтобы что врач имел с ним дело. Конечно. Да. А потом амбулетные компании еще и платят пациентам, которые на них ездят. Опять-таки, я уверена, что есть компании, которые этим занимаются, и я уверена, что есть компании, которые этим не занимаются. Проблема в том, что сейчас под удар попадает каждая амбилетная компания, которая существует. И проблема в том, что то, что сейчас происходит, выведет из бизнеса практически каждую компанию. Объясняю почему. Для того, чтобы содержать любую компанию, во-первых, выгодно это становится только, когда у вас машин 10. А для того, чтобы содержать такую компанию, нужно получать прибыль и получать заказы, и постоянно получать оплачиваемые счета, потому что совершенно сумасшедший overhead, то, что называется, за иншуренсы, зарплата водителям, за TLC-номера, за лайсенсы, за новые машины. Если в течение месяца компания не будет получать новых заказов и им не будет оплачивать эти заказы, она просто выйдет из бизнеса. И это то, что сейчас происходит. К сожалению, пока разберутся, что происходит и как, многие компании просто не смогут больше существовать. И в этом большая проблема. Амбулеток не первый год на это жалуются. Ведь следствием любого большого дела по отношению к медицинским учреждениям является не то, чтобы я сказал, охота, но какие-то действия против владельцев амбулеток и в Нью-Йорке, и в других штатах. И они руками и ногами отбиваются, потому что, в принципе, руководитель амбулетной компании, как правило, человек, который и не подозревает о том, что творится в медицинском учреждении. Но, тем не менее, их периодически даже привлекают к уголовной ответственности. Вы, Инна Ферштейн, которая, в принципе, уголовными делами не занимается. Что вы представляете в судах от имени амбулетных компаний? Ну, я, например, недавно вернула, будем говорить так, Medicaid Provider Number одной из амбилетных компаний, которые представляют, что это значит. За какие-то нарушения, alleged нарушения, предполагаемые нарушения, да. Этот Provider Number забрали у компании, и тем, чем я занимаюсь, это возвратом этого provider number обратно. Вопрос сразу.
амбулетная компания, так же как клиника, обязана получить разрешение для работы с клиентами программ Medicaid. Конечно, конечно, потому это что это государственная страховка, да. Конечно. И она дается, опять-таки, после определенного ряда действий. Сейчас, например, несколько компаний, я представляю, это постоянно идет эта практика, которая идет под investigation, под audit, то, что называется. Что происходит, когда любой медицинский офис, мы все об этом знаем, попадает под расследование, то, конечно, расследуют компании, которые с этим офисом работали. И, например, в одной из компаний, которую я представляю, сейчас идет достаточно большой этот audit, они требуют документы. Это не значит, что этот audit, если честно, я это называю fishing expedition. Закинем удочку или даже невод закинем и посмотрим, что принесет обратно. Потому что я работаю с прокурором, и этот прокурор даже не понимает, что он от меня требует. Я ему несколько раз вот пишу все в письменном виде, я говорю, что нужно, какие документы. Я не знаю, дайте я посоветуюсь. И это тянется все уже больше полугода. То есть они пришли, мы сейчас вас будем расследовать, а что они хотят и как, не могу сказать. Я бы хотела сказать, что если есть какие-то вот вопросы по именно амбулетным компаниям и по именно то, что происходит сейчас, я думаю, что это будет интересно владельцам амбулетным компаниям посетить семинар, который я буду делать. Это семинар будет бесплатный. И зарегистрироваться на него можно будет по телефону 718-333-2394. 718-333-2394. Адрес для семинара я еще не знаю, потому что мне нужно знать количество народу, которые на него захотят прийти, но семинар будет в июне. Ну, естественно, суживая спектр наших действий, это относится только к жителям Нью-Йорка, очевидно. Да, и этот семинар будет посвящен, как себя защитить от посягательств на бизнес и на лицензию на практику, asset protection, estate planning и вопросов с амбулаторными компаниями, скорее всего, мои клиенты посетят. Существуют профессии, которые, как говорится, связаны с повышенным риском. Ну, это общий термин, но туда входят и врачи, и, ну, конечно, амбулетчики туда не входят. Ну, владельцы компании могут туда входить, потому что владельцы компании как раз-таки несут ответственность. Любые профессии, которые связаны с получением денег от государства, будем говорить так, те же самые контракторы, подрядчики, которые получают государственный контракт, а потом его тратят на свои нужды, точно так же попадают под удар, как и врачи, которые отправляют счета страховки Medicaid, хозяева медицинских офисов, боже мой, владельцы амбулаторных компаний, будем говорить так. Да, смотри, Инна, ведь вы и ряд ваших коллег, в отличие от адвокатов-криминалистов, от адвокатов по уголовным делам, которые берутся за дело, когда гром уже грянул, Инна Ферштейн и ее коллеги, они осуществляют юридическую помощь до грома, пока тучи только собираются, если так сказать, но дождь еще не пошел. И в данном случае вечный интерес представляет вот эта самая попытка людей, которые уже понимают, что им грозят какие-то неприятности, но еще не поняли, какие. Они начинают предпринимать довольно энергичные усилия для того, чтобы уберечь свое имущество, деньги или недвижимость от возможных конфискаций, претензий властей и другим. И вот как раз Инна Ферштейн дает советы таким людям, что им делать, а больше того, она им советует, чего им не делать, для того, чтобы не попасть в неудобное положение. Вот прежде всего, я знаю, что арестовывают врача, возбуждают против него уголовное дело, предъявляют ему обвинение. До суда может быть несколько лет. Все это время тянутся переговоры между его адвокатом и прокуратурой, признает он себя виновным, что останется, что отпадет. Все это время он продолжает работать. По нашему закону до признания вины человек считается невиновным. Клиника его под той же вывеской существует. Через два месяца читатели русскоязычных газет забывают статьи Александра Гранта «Негодяи и подлеца» о том, что этого честного человека арестовали. И все, все продолжается. Потом идет суд, его лишают лицензии, он получает или маленький срок лишения свободы, или средний срок лишения свободы. Александр Грант победоносно улыбается и говорит, видите, я же вам говорил об этом, и так далее, и так далее. Но до того, как его
арестовали. До того, его, если только это не внезапный арест, что довольно часто бывает, он старается как-то защитить свое имущество. У него есть дом, у него есть машина, у него есть второй дом, у него есть дети, у него есть жена, о которых он обязан заботиться. Конечно. Вот что он, вправе ли он вот дергаться, извините за это грубое слово, после того, как ему предъявили обвинение, но он несколько лет совершенно свободный человек. Но его дело уже в суде. Ну, давайте говорить так. Существует закон. Закон называется Fraudulent Conveyance. Что это за закон? Это закон о том, что если, зная о том, что тебя должны судить, или тебя уже судят, ты начинаешь переводить свое имущество со своего имени, убирать его или в траст, или в какие-то другие инстанции, переводить на имя своей жены, то этот перевод может быть отозван как fraudulent conveyance. То есть это мошенническое... Мошенничество, да, перевод. Да, да. Значит, существует несколько критерий, как перевод может считаться таким fraudulent conveyance и незаконным переводом. Одна из этих критерий — это если ты после этого перевода ты становишься банкротом или ты становишься неимущим. Вторая критерия — знал ли ты о кредиторах, с какой целью ты это делал. И опять-таки суд сможет отозвать обратно этот перевод. Поэтому одна из тех вещей, которой занимается мой офис, и которой я всегда говорю всем моим клиентам, будь то бизнес-клиенты или частные клиенты, первое, что вы должны сделать, это спланировать сейчас и купить свою страховку сейчас. Вы же не покупаете страховку на машину после того, как у вас случился эксцидент. То есть это, конечно, должно быть сделано заранее. И вы не страхуете свою жизнь после того, как вы заболели. Совершенно правильно, потому что ни одна страховка вас уже не застрахует. Точно так же любое планирование должно быть сделано... Президент Обама добивается того, чтобы страховали больных в терминальной стадии. За что буду платить я. И я. И вы, да. Те, кто платит налоги в этой стране. Опять-таки, любое планирование – это планирование, оно должно быть сделано с умом, оно должно быть сделано заранее. Я могу привести один из примеров. Мы все слышали об арестах, которые произошли где-то полгода назад. Была махинация, опять-таки, с медикейтом. Ну, конечно. Многих людей арестовали, конечно, наложили на арест на их имущество или будут проверять, откуда это имущество, как оно заработанное. Для нескольких клиентов, одних из арестованных, где-то еще за несколько лет до этого я делала эстейт-планирование. Я делала планирование капитала. И как часть этого планирования я делала медикейт-планирование, потому что некоторые из них хотели подавать на медикейт. И совершенно спокойно я убрала имущество одного из клиентов, который сейчас арестован под арестом, в траст. Этот траст неотзывной. И этот траст невозможно тронуть, и, скорее всего, к нему не будет никаких претензий. И то имущество, которое было убрано в траст, никто к нему претензий иметь не будет, и оно останется за этим человеком. Причем я знаю несколько историй, когда арестованным не разрешали из своих денег нанять адвоката. Они должны были доказать прокуратуре и суду, что эти деньги не нажиты предполагаемо преступным путем. А как это можно доказать, если для этого нужен адвокат? Для этого нужен адвокат, а на адвоката нет денег. Да. Поэтому одна из вещей, которой занимается мой офис, это своевременное планирование. Это бизнес-планирование, потому что если многие люди имеют бизнесы, их нужно как-то оставить своим близким, своим родственникам. Кто-то хочет вести этот бизнес, а кто-то не хочет его вести. Поэтому нужно планировать. И планирование персональное, это эстейт-планирование, там, где мы... Опять-таки, смотрим, как лучше защитить ту или иную профессию от кредиторов. Это сейчас самая главная часть моего бизнеса – защита от кредиторов. Если раньше люди больше волновались, как правильно оставить это детям, и как правильно после смерти, чтобы заплатить меньше налогов, то сейчас в этой экономике и в этой политической ситуации, к сожалению, самая большая проблема – это как сохранить вообще то, что у нас есть. Забудьте про то, что оставить детям. Как не потерять при жизни. Поэтому самая большая критерия сейчас – защита от кредиторов. Вот смотри, недавно у нас в Нью-Йорке произошла трагедия, о которой ты хорошо знаешь, в отеле рядом с аэропортом Кеннеди.
47-летний Гена, не помню фамилию, его хорошо знают в нашей общине, порядочнейший человек. Он сидел вместе в компании, и его партнером, новым партнером оказался американец из Флориды, где он с ним познакомился. И кончилось тем, что этот самый Гена застрелил этого американца и тут же застрелился сам. И, насколько мне известно, эта трагедия произошла, потому что они вступили в какие-то деловые отношения. Гена поверил этому американцу, инвестировал ему в свои деньги и еще занял деньги у людей, которым обязательно нужно отдавать. И все эти деньги пропали. И он оказался в таком трагическом и безвыходном положении, что он не нашел ничего иного, как убить этого человека и покончить с собой. Но этого тоже можно было бы избежать при разумном каком-то, при разумном гарантировании своих инвестиций или нет? Ну, во-первых, опять-таки, есть люди, которые занимаются бизнесом handshake, то, что называется, пришли, пожали руку, договорились, сделали. А большинство моих клиентов все-таки оформляет все в легальном виде, делает документы, shareholders agreement, документы между партнерами. И, между прочим, покупает так называемый buy-sell insurance, insurance на то, что если с одним что-то случится, или одного не станет живых, или один заболел, то этот иншуренс оплачивает долги бизнеса. Это одна из вещей. И, конечно, своевременное планирование, зачем далеко ходить. Недавно была история с NHL-плеером, с молодым игроком, ему было 36 лет, я только что рассказывала девочкам здесь. Его нашли мертвым, его застрелила его молодая любовница и застрелила себя. У него осталось двое детей с молодой женой, совсем молодые, маленькие дети, потому что ему было 36 лет. И у него осталось еще двое детей, которые незаконнорожденные. Поскольку он не оставил ни завещания, ни траста после себя, то теперь все будут иметь право на наследство. И те дети, которые, может быть, он не хотел что-то оставлять, точно так же разделят его состояние. Поскольку не было ни завещания, ни траста, человек не собирался умирать 36 лет. Опять-таки ситуация такая, опять-таки его жене придется потратить очень большую сумму на адвокатов для того, чтобы заказать, что она вообще наследница, и для того, чтобы назначить этим детям, майнер детям, гардиан или трасти. Поэтому, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что в любой ситуации, будь то Medicaid, ситуация с Medicaid'ом и с проблемой того, что вас могут арестовать, ситуация того, что, не дай бог, вас может застрелить партнер, и вы можете застрелиться сами, ситуация с бизнесом, ситуация с маленькими детьми, Мы как интересно устроены жизнь. Чем у нас лучше дела, чем у нас спокойнее, чем у нас здоровее экономика, чем у нас меньше безработица, чем у нас больше денег, чем спокойнее мы живем, тем чаще мы должны обращаться к адвокатам для того, чтобы эта спокойная жизнь была гарантирована от неспокойной. Чем хуже наша жизнь, чем хуже экономика, чем хуже мы живем, чем тревожнее мы себя чувствуем, мы опять должны бежать к адвокату и просить, чтобы он как мог уберег нас и наше небольшое имущество от возможности его потери. У вас вечный хлеб. Ну, поэтому я не стала концертной пианисткой. Кстати, к слову, если кто-то хочет узнать больше информации о том, как себя защитить в этих ситуациях и других, что нужно делать, как жить дальше? Опять-таки будет бесплатный семинар об Asset Protection Estate Planning. И вот он пройдет по... нужно будет зарегистрироваться по телефону 718-333-2394. Но пока вы еще не знаете, когда именно. Я еще не знаю, это будет в июне месяце. Да. И место я еще не обозначила, потому что я должна знать, сколько стульчиков поставить и сколько человек придет. И в зависимости от этого. Вот я только что прочел в газете пост, вот этот самый репортаж Чака Беннета, где было написано, что 200 владельцев амбулетных компаний решили подать групповой иск. Вот как это все будет выглядеть? И участвуете ли вы в этом? Ну, я представляю достаточно большие амбулетные компании, где-то 4-5 компаний, которые имеют большую долю рынка американского, русскоязычного в Саут-Бруклин, то, что мы будем говорить, в центре Бруклина. И я активно работаю, опять-таки, в этом направлении, потому что я считаю, с одной стороны, риск какой в том, что ты участвуешь в этом лоссуит? Компания LogistiCare, к сожалению, это один человек, который руководит этой компанией. И если ты становишься, ну, так называемым blacklist, тебе просто перестают давать работу. Им очень легко взять, если это будет 2-3 компании участвовать или 5 компаний участвовать, взять имена этих компаний и убрать их с листа людей, которым дают работу. Или начать давать работу компаниям, которые находятся в South Brooklyn, в Бронксе или в Квинсе, или в
то место, куда и просто невозможно поехать, потому что это невыгодно сделать одну поездку туда. И надо взвешивать этот риск. Другая проблема – это то, что сколько времени займет вот эта вот вся судебная тяжба. Проблема моих компаний в том, что пока будет идти этот суд, они просто выйдут из бизнеса. И на сегодняшний момент я стараюсь с моими компаниями, как бы у нас есть договоренность, есть назначенные митинги с, опять-таки, начальником логистики. Теоретически, может ли стать истцом та самая бабулька, которую, как выразился Беннет, со слов Фарберова, выбросили на тротуар? Может и должна, потому что на сегодняшний момент что происходит, что если раньше пациент 20-30 минут ждал в офисе, да, его отвозили, то сейчас час – это минимум wait. Час, как говорят моим компаниям, ждите час – это только самое маленькое. Во-первых, люди прекращают, бабулька, которая, извините меня, людям нужно принимать лекарства вовремя. Конечно. Им нужно, может быть, попасть к другому врачу. У них дома home attendant у всех. Они должны приехать к определенному времени домой. Или отпустить того attendant, который с ними поехал, или вернуться вовремя домой. Значит, если это будут занимать поездки к врачу в такое время, они просто перестанут ездить. Это первое. Второе, извините, человеку может просто стать плохо. Если вот он просидел в офисе или его выкинули на тротуаре. Третья проблема в том, что теперь происходит reclassification. Если раньше врач решал, ты клиентом билетной компании или ты клиент карсервиса, то есть тебя отправлять туда или сюда. То есть врач решал, послушай, даже если ты едешь к глазному врачу, тебе может быть нужен амбилет, даже если ты можешь туда прийти своими ногами. Почему? У глазного врача тебе закапывают глаза, и ты ничего не будешь видеть. И обратно ты не можешь уйти своими ногами и найти автобус. То есть такому человеку давался амбилет. Теперь, по новому законодательству, только человек, который сидит в инвалидной коляске, считается амбилет-клиент. То есть только человек, которого нужно физически довести. Disabled. Да, но существует много людей, которым очень тяжело добраться. Они не могут высоко поднять ногу, они не могут забраться на автобус. Да, да. И все остальное. Плюс они не говорят по-английски, им нужен русскоговорящий водитель, им нужен водитель, который знает, куда их везти. И в конце концов им нужна билетная компания, которая не собирает 100 человек и привозит их домой через 7 часов, а которая доставляет достаточно... Да, и обратно, да. То есть я считаю, что от этого изменения, конечно, страдают прежде всего пациенты, потому что, ну, амбилетная компания – это все-таки бизнес. Конечно, как ни жалко терять бизнес, но это бизнес. Люди, в конце концов, найдут другую работу. Но пациенты, и мы говорим о наших с вами бабушках и дедушках, они не смогут попасть к своему врачу. И это самое печальное, потому что если приезжает водитель, который не знает или едет не по тому адресу, это первая проблема. Вторая проблема – то, что происходит сейчас – людей перекидывают со страховки Medicaid на так называемые Managed Care, другие страховки, и люди об этом даже не знают. Что происходит? Приезжает билетная компания, везет людей к врачу, и после этого выставляют Bill Medicaid, и им не оплачивают. Потому что этот Medicaid теперь стал не Medicaid, а Elder Serve, например, другая страховка. И что происходит? Я как адвокат теперь должна добиваться, чтобы клиенту, который принимал Medicaid, теперь Elder Serve, другая страховка, приняла этого... Оплатила его переезд. И оплатила этот. И я вам честно скажу, у меня заняло последний раз это 3 или 4 месяца добиться того, чтобы эта страховка приняла, потому что, и только потому, что я как адвокат начала этим всем заниматься, мне удалось это сделать, потому что клиент занимался этим сам полгода, и его просто его отсылали, когда я уже пригласила, что мы пойдем в суд с этим, и перечислила законы, которые они нарушили, только тогда они согласились принять моего клиента в эту страховку и оплатить ему эти счета, которые он уже сделал, и, конечно, на будущее. Когда мы говорим о амбулетчиках, мы... Так сказать, вот сегодня, во всяком случае, мы имеем в виду владельцев амбулетных корпораций, зарегистрированных. Да. Это владельцы нескольких ВЭНов, или пустари-одиночки тоже? Или он, вот я один, и я регистрирую корпорацию? Смотрите. Да. Или, как говорит Чак Беннет, fleet of VANs. Нет, существует закон, по которому ты не имеешь права иметь больше, чем один provider number. То есть, если, например, есть компания, я не буду называть имена, потому что я не могу называть имена в своих клиентов. Да. Ну, например, компания NYC. Просто выдумала имя такой компании. Да, да, да. XYZ. XYZ, да. И эта компания имеет 5, 6, 10 машин. Угу. И они обязаны обслуживать пациентов, и они не имеют права, если у них больше работы, чем они могут потянуть,
брать другие машины из других компаний. Они отвечают своей лицензией на практику и своим Medicaid Provider Number за то, что эти же машины поедут. И эти машины непосредственно находятся под эгидой, под компанией этого клиента. И, в принципе, для того, чтобы выжить на этом рынке, компании должны иметь 10-15 машин минимум, потому что иначе не выгодно. То есть один кустарь-одиночка не выживет? Нет. Потому что, во-первых, это очень дорогой бизнес. Опять-таки, одни страховки. Угу. И машину содержать, и TLC-лицензия, и получать заказы от врача. Если тебе врач прислал, например, заказ, и ты не можешь его сделать, значит, тебе не будут присылать заказ. Но на сегодняшний момент, опять-таки, самая большая проблема – это то, что компания, которая взялась, которой дали этот контракт, как вы сказали, который не выгоден совсем, не может подтянуть этот объем работы и не может пока разобраться и справиться с тем, что происходит. Ну хорошо, друзья мои, время-то тем не менее подошло к краткому перерыву на рекламу, и поэтому сейчас мы дадим вам возможность пару минут отдохнуть от нас, сын Лейферштейн, а потом мы продолжим эту беседу уже на несколько другую, но смежную с этой темой. И еще раз напомним. Да, и если можно, семинар, если вы хотите зарегистрироваться, телефон 718-333-2394. И оставьте свое имя и телефон, и вам перезвонят с адресом, и где это будет проходить, и когда это будет. Это будет в июне месяце. Ну, а мы прерываемся на рекламную паузу. Ноги требуют особого отношения. Если вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступни, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. 718-436-4306. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Кнессет Адал Дейкер – это крупнейший русскоязычный центр общения для пожилых людей на Брайтоне. Огромное комфортабельное помещение с великолепной панорамой Нью-Йорка. В нашем кинозале на 100 мест проводятся просмотры самых нашумевших фильмов, а нашему меню позавидуют лучшие рестораны. Где можно увидеть настоящих мужчин? Конечно, в нашей комнате с бильярдными и игровыми столами. Приходите и вы, забудете о скуке, болячках и плохом настроении. Кнессет – это новый мир вашего общения. Кнессет – танцуют все. Филиал кафедры кардиологии Нью-Йоркского университета в Бруклине представляет доктора Александра Натанзона. Болезни сосудов сердца, поражение клапанов сердца, аритмии, тяжелая форма гипертонии – это то, что успешно лечит доктор Натанзон. Доктор лично проводит все процедуры в современном офисе на Кингс-Хайвей и в самой клинике NYU. Доверьте ваше сердце талантливому кардиологу. У вас только одно сердце. Задумайтесь над этим. Мы знаем, как вам помочь. Муцарт, покорившая голосом, талантом и темпераментом. Нуца, новая программа «Голос солнца». В репертуаре романсы, мировые хиты, новые песни. 3 июня, воскресенье. Билеты во всех театральных кассах и в интернете. Боль в ногах, отеки, жжение, варикозные вены. Если вы не обратитесь в USA Vein Clinics вовремя, то возникнут осложнения. Тромбофлебит, трофические язвы, тромбоэмболия. Не ждите осложнений. USA Vein Clinics по всей стране помогли тысячам пациентов. Лечение покрывается Medicare и большинством страховок. Звоните 888-816-06-14. Ваши ноги в надежных руках. Впервые в Америке народная артистка России Чулпан Хаматова и ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев в спектакле «Бедная Лиза». Слияние театра, пластики и спецэффектов в эротической и страстной истории любви. Майский чай, майский чай. Майский чай, майский чай. Майский чай, майский чай. Майский чай, любимый чай. Майский чай, майский чай. Майский чай, любимый чай. Улыбнитесь. Вашу очаровательную улыбку, а также консультацию или лечение с применением новейшего оборудования и передовых технологий, вы можете...
можете получить у доктора Татьяны Король. Стоматологическая клиника Татьяны Король. Стоматология высоких технологий. 3049 Ocean Parkway. Телефон 718-333-1144. Ну что, друзья мои, мы продолжаем сегодняшнюю программу «Контакт», в которой участвуют адвокат Иннаферштейн, глава Ассоциации русскоязычных адвокатов женщин, которые гордо называют себя «бабы в законе». Ну и в остальном, кто Иннаферштейн, вы достаточно хорошо знаете. Но для того, чтобы начать вторую часть нашей передачи, она прошла более целеустремленно, я хочу вкратце познакомить вас с десятком наверняка и так знакомых вас людей. Тем более, что никого из них уже нет в живых. Это Джимми Хендрикс. Известный Джимми Хендрикс, которого знают все любители джаза. Знаменитый Джимми Хендрикс. Это Боб Марли. Это Боб Марли, которого, в общем-то, знают не так многие, но тоже знают. Он умер в 81 году. Следующим знаменитый Сальваторе Филипп Сони Боно, знаменитый Боно, который делал вместе с Шер замечательные программы и так далее, и так далее. Это Стиг Ларсон, которого знают не так многие, это шведский писатель, автор замечательных вещей, ставший очень знаменитым и тоже ушедший из жизни не так давно. Это, наконец, Пабло Пикассо, представлять которого нет необходимости. Это диджей А.М., которого знают как диджей А.М., на самом деле его зовут Адам Голдстайн. И скончался он от передозировки наркотиков в 2009 году. Это знаменитый Майкл Джексон, жизнь и смерть которого нет смысла комментировать, вы их знаете лучше меня. Это футболист, профессиональный футболист Стив Макнейр, который, в общем, тоже ушел из жизни довольно молодым. Это легендарный миллиардер Ховард Хьюз, о жизни которого слагались легенды, а спутницами жизни которого были самые знаменитые американки. И это, наконец, Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. 10 замечательных людей. Что объединяет этих великих покойников? И почему сегодня в обществе Иннаферштейн я заговорил о них? Объединяет их то, что ни один из них не оставил завещания, да? Да. Да. А если сложить вместе наследство, которое они оставили, на это можно создать еще одну телестанцию RTNWMNB, да еще лучше, чем это. Так вот, что же происходит? Вы вкратце упомянули уже об одном из них, которого застрелила его собственная жена. Да. Вот люди уходят из жизни в самых... Не запланировав. Да. При самых разных обстоятельствах. Можно попасть под трамвай, и тебе отрежут голову, потому что Аннушка уже пролила масло. Можно погибнуть от пули собственной жены, можно умереть в собственной постели, заснув и не проснувшись. Можно, наконец, долго болеть и уйти из жизни, так сказать, запланированно. Но вот эта незапланированность предуходных шагов, она, опять-таки, одна из отраслей деятельности, юридической деятельности Иннаферштейн. Вот мы уже не раз, Инна, с тобой говорили о том, что, в принципе, на бывшую советскую ментальность это действует крайне пассивно, потому что, в общем-то, завещать нам там было нечего особо, но все равно существовали какие-то юридические службы. Ну, я должна сказать, что сейчас, конечно, ментальность поменялась, да, во многом благодаря нашим с вами передачам, потому что люди задумываются. Так, и слишком даже... хорошего о нас мнения. Я просто вижу по людям, которые приходят в мой офис, и сейчас у меня очень-очень много пожилых людей, которые думают об этом. Например, все, кто жили в Трампе 3 и Трампе 4, каждый человек знает слово «траст». И люди стали планировать, конечно, намного больше. Хотя до сих пор приезжают ко мне, будучи говорить... русско-американские семьи, которые здесь прожили много лет, достаточно богаты и, как бы, может быть, слышали радиопередачу мою и говорят, что зачем, еще раз объясните, зачем нам трасты, зачем нам вообще нужно завещание. Ну, опять-таки, хотя бы приезжают и что-то делают. Так вот, вопрос, что же происходит с вашим состоянием, если вы умираете без завещания? Вот каково было Марти Вашингтон,
после того, как ушел из жизни ее любимый супруг? В принципе, первое, что должно быть сделано, это вы должны нанять адвоката. Опять-таки, все возвращаются к адвокату. В принципе, если адвокат правильно спланирован, и у вас есть траст, то адвокат после смерти вообще не нужен. Вы как бы владеете всем, чем то, что вам оставили. Но вот без завещания, конечно, нужно первым делом нанять адвоката, потому что нужно идти в суд. Нужно идти в суд в штате, в котором... А какую юридическую силу имеет завещание, это написанное от руки, положенное в сейф и, там, скажем, запечатанное сургучом в конверте? Ну, это будет... Не заверенное никем, просто вот я завещаю свою баллонку своему дворецкому, своего шпица маме, а своего бультерьера дяде. Все зависит от того штата, в котором вы умерли, все зависит от того, есть ли претенденты другие на наследство, и все зависит от того, опять-таки, как будет представлено ваше дело в суде. Если нету других претендентов и нету, никто не против, может быть, это и будет иметь какую-то силу, но если есть другие претенденты, например, сейчас у нас случай, там, где муж с женой прожили много лет, они не были расписаны, и в Нью-Йорке нету common law marriage, то есть вы можете жить как муж и жена, но не быть мужем и женой. Но ваша первая жена, с которой вы не разведены и не живете уже 40 лет, она получит все права. Здесь даже не было такого случая, потому что здесь не было ни первой жены, ни детей, ни близких родственников. А человек успел сделать завещание и сделать траст, он только не успел его подписать. Так вот, в Нью-Йорке это не имеет никакой силы, не подписанное завещание, и супруга, common law супруга, то есть это тот человек, который с ним жил, не имеет никакого права на это наследство, потому что нашелся племянник, который требует против этих денег. Например, я веду блог на интернете, Estate Planning Blog, и один из адвокатов из Висконсина написал мне, что оказывается в Висконсине судья рассмотрел такого плана неподписанное завещание, принял его в силу, потому что не было никого, кто хотел воспротестовать, все были согласны с ним. Тоже очень интересный случай, но в нашем случае это, конечно, не сработало. Так вот, если вы не оставили завещание и умерли, то, что называется интестой, то штат, в котором вы умерли, будет решать, кто ваши наследники. На сегодня, пока еще мы не вступили в новую благодатную эпоху, если два мужчины любят друг друга и живут вместе одной семьей, но пока это, так сказать, гражданский брак, он еще не юридический, один из них имеет право на наследство другого? Абсолютно нет. У меня сейчас, кстати, тоже есть такая ситуация, очень печальная ситуация, если можно так сказать, потому что два человека и привел ко мне пожилому человеку, ему 87 или 88 лет, он еле привез его ко мне в офис. Его партнер попал в госпиталь. Его семья, конечно, не принимает их relationship. И 15 лет они жили, не общаясь с семьей. Сейчас он в таком состоянии, что за ним нужен уход. И он хотел бы, чтобы его сосед, который, кстати, military man, и который... Сосед, который младший, ухаживал за ним. В это время взяла семья и вызвала органы опеки. Потому что они считают, что сосед не должен ничего получить и не должен ничего получить взамен. Конечно, в этой ситуации очень и очень печально. Единственное, что я могу сделать, я могу, конечно, сделать траст, поставить их имущество в траст. И что усугубляет дело, что партнер получает Medicaid. И партнеру нельзя ничего напрямую оставить, потому что партнер потеряет тогда государственную программу. Одному старичку 88 лет, он из Италии, по-моему, приехал или родился здесь, а другому партнеру что-то 75 или 78, они так трогательно друг за другом ухаживали, пока один не попал в госпиталь. И я, конечно, сделала траст, но в трасте я описала, что никакие деньги не могут достаться второму партнеру, и вот этот их сосед будет как бы содержать его и смотреть за ним. Друзья мои, сейчас вам покажут телефон нашей студии, если у вас есть какие-то вопросы, наверняка больше к Инне Ферштейн, чем ко мне, то милости просим в оставшееся время. Ну, а мы продолжаем говорить. В каком состоянии оказываются дети, у которых, так сказать, теоретически есть наследство, а практически они его получить не могут? Я имею в виду детей, опять-таки, от незарегистрированных браков. Проблемы две возникают. Первое – это дети от незарегистрированных браков, потому что, во-первых, они должны доказать, что они наследники, и, в принципе, им даже лучше получить без завещания, потому что тогда они имеют право на долю наследство, свою долю, чем если бы было завещание или был бы траст, который их не упомянул.
потому что тогда уже высказана доля. Но существуют еще дети, которые несовершеннолетние. И здесь две проблемы. Первая проблема – это с собственностью. Эти дети, например, не имеют права на наследство, пока они не достигнут совершеннолетия. В разных штатах это по-разному. То есть это наследство должно где-то держаться для них, и кто-то должен им управлять. Если вы не назначили в своем завещании или в своем трасте такого опекуна для детей, кто будет решать вопросы их и трасти для этого наследства, то это за вас делает суд, и суд может быть даже поставить свое лицо, которое будет этим управлять и получать за это деньги. И если дети майнер, то есть они не достигли совершеннолетия, то им должен быть назначен гардиан или опекун. И если опять-таки вы это не сделали, не позаботились о своих документах, то опять за вас сделает суд. Это не обязательно будут те люди, которые вы хотите. Это вообще может быть даже люди, которые работают на суд. И четвертая проблема, будем говорить так, если есть life insurance, то есть страховка на жизнь. Очень часто люди делают одну очень большую ошибку. Они оставляют страховку друг другу. То есть вы оставляете страховку своему партнеру, партнер оставляет вам, а если вас нет в живых, то детям. Но дети в большинстве случаев майнер, то есть они несовершеннолетние. Потому что большинство людей держат страховку там, до 20 лет, пока дети не станут совершеннолетними. Проблема в чем? Майнер, дети не имеют права владеть ни деньгами, ни страховая компания не может на них счет перевести эти деньги. Что происходит? Вы практически сделали... взять опекуна? Нет, еще хуже. Страховка будет держать эти деньги у себя, пока детям не исполнится 18 лет. И отдаст им 18 лет. Мы предложили людям звонить, и они звонят. Первым из Бостона позвонил Яков. Пожалуйста, Яков, добрый день. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. У меня два вопроса. Один к Александру Гранту, а да. Другой к Ине. К Александру Гранту у меня очень простой вопрос. Скажите, вы свою собаку уже кому-то завещали? Я свою собаку завещал другой собаке. А теперь у меня вопрос к Ине. Но сначала небольшое вступление. Вы знаете, наверное, года полтора-два назад я звонил. Здесь выступал Мельник. Он говорил, что если у вас есть 2 миллиона приблизительно, а может больше, то я могу вам все равно устроить Медикер. Я тогда выступал и сказал одну единственную фразу. А как же этика? На что он посмеялся, да и Александр Грант его поддержал, сказав, что это бизнес и больше ничего. Сегодня я услышал, Инна, от вас, что оказывается, те мошенники, которые присваивают себе чужие деньги или деньги налогоплательщиков, могут обратиться к вам и сделать траст, и вы эти деньги будете спасать. Я тот же самый вопрос задаю вам. Где же этика? Я вас услышала. А Грант опять улыбается. Нет, давайте я вам отвечу на ваш вопрос после собаки Гранта. Вы совершенно правы, этика. Поэтому мы затронули вопрос fraudulent conveyance. Если вы меня услышали правильно, то я сказала, что ко мне обратились до того, как начались эти проблемы. Если бы люди пришли ко мне и сказали, что у них начались проблемы, я бы их на порог себе не пустила. А я бы в жизни не начала заниматься тем, что я бы не переводила с них эти активы. И я не могу приводить сейчас примеры, но некоторые врачи, которых потом показали, они и приходили ко мне, и я их, конечно, не представляла. Дело в том, что планирование должно быть своевременно. Я не знаю, чем занимаются мои клиенты, я не знаю, что они делают. Я не могу считать и гадать то, что каждый человек, который ко мне приходит, обязательно круг. А большинство моих клиентов это люди честные, которые честно зарабатывают свои деньги, которые очень тяжело работают и имеют полное право на то, чтобы спланировать свой капитал. Вы не просто на 100%, вы на 200% правы. Ни один адвокат не должен брать клиента, который находится под следствием, и переводить его активы в траст или прятать его активы. Это неправильно, это должно быть отозвано, и вы 100% правы. На первом месте у адвоката должна стоять этика. То же самое относится к тому, что люди делают, например, если они знают, что их будут судить. Я к этому отношусь очень и очень щепетильно. Я не берусь делать такие вещи, если я знаю, что против вас уже возбуждено дело или будет возбуждено дело вот-вот. Я очень и очень щепетильно к этим вопросам отношусь и обязательно планирую заранее своевременно. Если ко мне обратились клиенты, те клиенты, о которых я говорила, за 2 года до того, что у них что-то произошло, и попросили сделать им estate-планирование или Medicaid-планирование, они на это имеют полное право.
то, что позже, через два года, это их как-то защитило, это, будем говорить так, windfall этой ситуации. И, конечно, я и собиралась их защитить, может быть, не от этого, а от каких-то других посягательств их имущества. Но это было сделано все правильно и своевременно. И закон fraudulent conveyance говорит о том, что вы не имеете права переводить себя активы, когда против вас уже возбуждено дело, будь то криминального характера или будь то такого характера дела, civil характера, потому что это conveyance может быть отозвано. У нас есть звонок, да, я непременно передам этот вопрос господину Мелнику и попрошу его ответить, хотя у меня есть ответ, но юрист ответит, это квалифицирование. Владимир из Нью-Йорка, пожалуйста, Владимир. Добрый день. Здравствуйте. Госпожа Фельдштейн, я бы хотел у вас спросить два маленьких вопроса. Во-первых, говорит ли вам что-нибудь имя Валерии Богарт? А еще раз, как вы говорите? Валерии Богарт. Валерий Богарт. Нет. Но я понял, что это вам незнакомое имя. И второй вопрос такой. Вы все время говорите о том, что мы должны, такие люди, как я, например, я СССРщик, должны обращаться к вам своевременно. Допустим, допустим, я попал под машину, начались повреждения, лечение, и, наконец, суд присудил мне $1 миллион. Когда я должен обратиться к вам? Я вас поздравляю, вы получили $1 миллион, но до того, как вы эти деньги на себя получите, вы должны получить совет адвоката, как вы можете их получить и не потерять SSI и Medicaid. Существуют легальные пути получения этих денег. Существует так называемый Special Needs Trust, который разрешен SSI и Medicaid, который дается людям до 65 лет. С разрешения SSI и Medicaid вы имеете право получить эти деньги в специальный траст, который будет покрывать ваши нужды, который не покрывает SSI и Medicaid. И излишек этого траста после вашей смерти уйдет обратно в SSI и Medicaid. Это один из путей. Существует еще два пути, опять-таки, которые я обсуждаю на консультации. Но своевременно это до того, как вы положили деньги на свой счет. Если вы уже взяли этот $1 миллион, положили на свой счет, то вы, извините, нарушили законы SSI и Medicaid. Medicaid дается людям неимущим. Вы не имеете права на эти деньги. Вы должны сойти с SSI, вы должны сойти с Medicaid. Потратить эти деньги, а потом подавать обратно, если вы хотите. Я, если можно, вот напомню про... Да, но сначала примем еще один звонок из Кливленда от Иры. Ира, пожалуйста. Ира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Говорите. Инна, я обращаюсь к вам. Я одинокая, у меня никого нету. Имею ли я право, я получаю Medicaid. Имею ли я право застраховать свою жизнь, но не на себя, а на то, чтобы я платила деньги, а в случае моей смерти, чтобы перечислили похоронному бюро. Ну, конечно, ну, страховка на жизнь так и работает. После вашей смерти вы не получаете эти деньги, потому что вам они уже не нужны. А вы можете назначить бенефишери, то есть получателя этой жизни, этих денег какую-то организацию. Проблема в том, что этими деньгами нужно правильно распорядиться на ваши нужды. То есть вы не можете просто назначить похоронное бюро, они просто возьмут эти деньги и потратят их. Вы должны сделать траст, и в трасте вы должны описать, как вы хотите, чтобы эти деньги были потрачены, что вы хотите, чтобы с ними было сделано, и этому трасту назначить распорядителя. Этот распорядитель возьмет деньги, заплатит за ваши похороны и заплатит за то, что вам нужно. Нет, Нира спрашивает, можно ли назначить распорядителем само похоронное бюро? Нет. Вы можете назначить... То есть это должно быть физическое лицо? Может быть похоронное бюро, но это не будет работать, потому что похоронное бюро – это организация. Угу. Кто-то физически должен иметь право получить эти деньги, за них расписаться. Директор похоронного бюро. Тогда должно или быть сторож похоронного. Да, но с ними должен быть какой-то договор, да. И этот договор – траст. Если вы сделаете с ними какую-то любую другую договоренность, она не будет работать после вашей смерти. Это нужно сделать через специальный траст. Существует Life Insurance Trust или существует траст на это дело, который описывает вашу последнюю волю. Или оставить завещание и по завещанию это сделать. Кто-то, где-то вы должны описать свою волю, потому что директор похоронного бюро не обязан ее знать. Еще один звонок из Нью-Йорка от Ривы. Рива, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к Ине, спросить такой вопрос. Защищает ли траст меня от кредиторов?
и насколько? Второй вопрос. Вот, допустим, я сделала трасс накануне, а через несколько дней у меня повестка в суд. Защищается ли мой трасс? Вот первый вопрос, спасибо большое за такой вопрос. Первый вопрос, защищает ли ваш траст от кредитора? Да. Существует два вида трастов. Трасты есть отзывные, трасты есть неотзывные. У каждого есть свой плюс и свои минусы. Один из трастов, который вас защищает от кредиторов, это неотзывной траст. По этому трасту вы как бы отдаете свои активы, вы больше не хозяин этого актива, и ваш распорядитель распоряжается этими активами для ваших наследников. Вы имеете право быть только донором, человек, который дал в этот траст, распорядитель должно быть другое лицо, и beneficiary, то есть наследник, должен быть третье лицо. Вот этот траст, irrevocable trust, да, защищает вас от кредиторов. И ответить на ваш второй вопрос, если у вас повестка в суд, то вопрос возникает, как, насколько своевременно сделан этот траст. И с этим вопросом нужно вернуться к нашему первому звонку. Правильно ли это сделано, не было ли это fraudulent conveyance. И вопрос возникнет, правильно ли составлялся этот траст, какая была цель этого траста, и знали вы о том, что вас будут судить. Если вы знали о том, что вас будут судить, и если вы убрали со себя абсолютно все до копейки, и вы стали... От Розы. Розу, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня вот какой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот какой у меня вопрос. Мне 64 года. Я имела на работе 401k. Сейчас я unemployment. У меня на 401k деньги. Через год мне идти на пенсию. Моя пенсия не достигла того $780. Скажите, пожалуйста, могу ли я иметь 401k и пользоваться этим 401k после того, как я выйду на пенсию в 66 лет? Если и будет ли, как SSI получает, доплата $150 до 850? Я не знаю точно, какая моя пенсия, но я знаю точно, что она будет меньше, чем $850, которые получает SSI. Вопрос понят. Если вам больше 65 лет, вы имеете право иметь деньги на своем 401k, потому что вы достигли пенсионного возраста. Вопрос с медикейтом, если вам нужен будет медикейт, это вопрос того, какой у вас будет инком и какой у вас будет ресурс. Ваш 401k – это ваш ресурс. Ваша пенсия – это ваш инком. Я не знаю, какой лимит в Массачусетсе, в Нью-Йорке это определенный лимит на ваш инком и на ваш ресурс. Но больше 65 лет вы имеете право иметь пенсию, но я бы вам советовала начать ее снимать, и начать ее снимать намного быстрее, потому что, опять-таки, если вам понадобится Medicaid и ваш ресурс будет сильно большой, то это все равно необходимо будет сделать. Спасибо. Но осталось у нас практически минута с небольшим, и я хочу закончить тем, с чего мы начали, с баб в законе. Как работает ваша ассоциация и что она делает? Ну, эта организация существует больше, наверное, 7 лет. Да. И мы абсолютно на такой необязательной основе. У нас здесь своя Yahoo Group, в которой мы переписываемся, мы даем друг другу советы, мы отправляем друг другу клиентов. По всей стране или? Практически все только в Нью-Йорке, есть пару в Пенсильвании, потому что они как бы с нами общаются, нам всегда нужна помощь. Мы встречаемся где-то раз в месяц, встречаемся и просто как бы, можем быть, так отдыхаем умом, сердцем и душой. Но прежде всего для нас это организация, которая поддерживает нас морально, которая помогает нам между собой обсуждать какие-то проблемы, очень часто легального характера. Если есть какие-то вопросы, мы обсуждаем это все в этой Yahoo Group, потому что одна голова хорошо, а 25 лучше. Но когда это женские головы, они особенно хороши.
Ну, друзья мои, время нашей передачи подошло к концу. Я, как всегда, благодарю Инну Ферштейн за то, что она нам рассказала. А мы вместе благодарим вас за то, что вы нас слушали. И мы прощаемся. До следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Спасибо большое.